72. На меня или от меня? Было видно эмоции. Да. А там потом пожелаем. Отойдите, пожалуйста, туда. Вита, отойди, Ален. Последите, проследите за Витой. Сейчас надо пробежаться. Нужно пробежаться в ту сторону. Ага. Максимально быстро. Максимально быстро. И как долго? Только стоп. Хорошо, давай. Когда? Три, два. Вау! Да, отлично. Вау, супер. Вау! Честно скажу, давно так никто не бегал. Да. Слушай, ну спасибо, да. Я очень люблю вот этот экстремал и... Супер. А вот там что это такое? Здание или какое-то? Это было здание и к нему еще башня. Башня, ага. Вау! Прям вот этого я хотел! Вау! Вот, да. Да. Слушай. Да, далеко полетел, километра 8. 8 километров? Да, невероятно! А, Москва. Слушай, вот сейчас последнюю неделю очень жарко, а это лето очень холодное, непонятно. Я сам сибиряк, 10 лет живу в Москве, я родился в Кемерово, и вот я, у меня там мама, родственники, там под 40, все лето под 40. Да, слушай, не, просто это невероятно, это что-то волшебное, как, я не могу это описать словами. Как птичка, слушай. Просто волшебство. А ты давно уже летаешь? 16 год уже. О, я просто йогой занимаюсь уже 13-й год. Поэтому, да. Сильная штука. Да. Я не увлекался никогда, но многие рассказывают, что очень серьезная. Очень мощная штука. Да, и... Вот, может быть, потому что я просто в прошлом году встал первый раз на горные лыжи и выбрал, ну не самую сложную, а среднюю трассу. И у меня, я первый раз встал, и у меня получилось это все. И вау, вот сейчас у меня сердечко это. Нормально, это небольшая турбуленция. Днем ее очень много, а вечером ее почти нет. Ага. Тем более, что эта турбуленция нам... Не смотреть. Вау. Просто невероятно. Вот, и поэтому йога дает порой, не порой, а вообще дает вот такие же ощущения. А то и, ну, как бы не в обиду сказано, мощнее. Делать, да, то просто там такие состояния, да. Вау. Слушай, но я тебе так скажу с точки зрения практики вот этих энергий, да, мужской практики все-таки. Потому что йога это может быть, ну, такое ложное понимание, да, что, ну, девочки одни ходят, ну, нет, если... Да нет, она же разная очень. Конечно. Вау, и вау, супер. И то, чем ты занимаешься, это очень много... Но энергетически подпитывает тебя, поэтому, возможно, тебе и ничего и не надо. Просто в качестве йоги это какая-то просто суставная гимнастика для здоровья. А так ты получаешь больше, возможно, чем тот, кто занимается йогой уже много лет. Слушай, просто невероятно. Давай поснимайся. Да.